стандартный вид. Настройки. Ну, в пулю это, конечно, это можно отдать секунд 15. Настройки стандартно. Ладно, потом. Потом. Опять ты играешь кони в 3, надо в дебюте убивать. Сколько раз тебя учить? Я в дебюте пытаюсь убить. Е4 ну, типа, это ход на ничью. Е4 это 1-0. В мечтах. Почему Е4 ход на ничью? Ну, что он все заанализировал. Тут дедушка. Только и делал, что анализировал. С 53-го года, как родился. Все, буду Е4 анализировать, говорит. Меняй лади. Меняй лади, Харламов. Сильно дедуля играет все равно. Ты зевнул пешку. Ладно, она только отыгралась. Сейчас мат получу. Согласен. Че сейчас цвет нот будет? У меня уже он. И позиция. И по времени нормально идешь. Тонко. Одну съели. Все, вот он шанс. Нет, вообще ни одного шанса. Нет, подожди, мы сейчас с лесенкой пойдем туда. Ну, у тебя шанс. Лесенка. У тебя теперь нет никаких шансов. Против резкого дедуля. Все шансы. Все, сейчас согласен. Сдастся. А, все, да. Вот даже сейчас общий счет никто не видит. Вот все, после следующей партии я сделаю паузу. Две секунды. Сколько? 2 секунды. Не жалко чернопольник. Да, все плохо уже, конечно. Ох, а я вам чернопол-то не взял. Теперь он опасен, как никогда. Е4 хотим, да? Ну, в какой-то момент. Он там не поймается? Нет. Одна клеточка, да? И почему ты все вот это допустил? О чем было дело? Где там кто-то пошел кого-то выгуливать? Угу. Собачек. Собачек. Клод... Блин, зачем я закрыл? И что делать? Убить флаг. Ну ничья же, нет? О, прорыв оправдался, да? Рискованно, кстати. Слушай, у тебя тут безнадежно. Ты как считаешь? Почему вы на ничего не можете согласиться? Объясните мне. О, я не попал по кнопке. Так нечестно. Сейчас я поставлю. Так, да? Да, интерфейс стандарт. Нет. Вид. Да. Потому что никогда нельзя убить флаг таким образом. Это подло. Всегда наказывается. Ой, я не успел пойти как надо. Чё ты не успел? У меня этот гамбит, он считается нормальным, но у меня пешка на g3 начнётся. Б4.
Маже. Чё тут думать? Вот, хотя бы нормальная игра пошла, Да, фигурная. у меня фигуры нет. И что? Ты прям расстроился, я смотрю. Да. У меня фигуры нет. Что делать? Сдаваться? Рано еще будет. Или уже пора? Судя по времени, пора. К сожалению, он легко сдерживает. Что? Рвотный позыв? Он легко сдерживает пешку на H7. О, ферзь же был. Чё ты ржёшь? Несерьезно. Это не смешно. Там ферзь был. Точно? Да. Ну, по-моему, да. Да, был. Все, ты плывешь. Вот смотри, 5 подряд. Давай, давай. Почему ты мне не веришь? Потому что 7,5 на 11,5. И что? И позиция такая, я тебе скажу. Личная позиция. Я вижу. Ты не веришь мне? Нет, позиция нормальная, согласен. Меня король на F7 никогда не смущал. Никита, у тебя первый раз лишняя фигура вообще. За всю карьеру, я думаю. Да. Коня на E4. Поздно. Не, на ферзя, конечно, в той можно было провести. Я, конечно, ничего не хочу сказать. Но это было немножко. Но он бы не помешал, я тебе так скажу. Он бы вообще не помешал. Зачем мой конь на 6? О. Ты решил я вернуть, да? Да, я не умею играть, слишком непривычная ситуация. Перекрытие, смотри. Мастер фигурной игры. Чё там получается, пару лишних? Или одна? Без шансов. У кого, у тебя? Да, по времени. Позиция слишком тяжелая. Почему у нее такой рейтинг маленький, объясни. Да нормально у него рейтинг адекватный. Простый мертвый. Да. О, гениально. Ферзь F6 это был шедевр. Ты в курсе? По-моему, это блестяще. Ну вот реально мышка подглючивает. Ну ничего.